Ребята, всем привет, всем подписчикам, здравствуйте. У нас сегодня 28 апреля. Дела такие у меня, короче, предстоят. Вот мустанг мой. Надо ехать забирать культиватор и подготавливаться к культивации. Люди просят, люди бегают, ходят. Мне пока времени не было вообще заниматься ни трактором, ничем. Такой у меня видосик с приятным подарочком. Вот мне, смотрите, подогнал, короче, дядя Лёша. Он живет в моем регионе, но в Ютубе он не зареган, по-моему. Вот, но смотрит мои видосы. И, короче, по видосам нашел он такой два ряда радиатор масляный. Сказал, стоял он не тек. Вот. Сейчас я его прочищу, промою и буду устанавливать на ДТХу, короче. Подсоединять, запитывать. И будем пробовать заводить уже радиатор масляный два ряда. Вот. И сегодня поеду я зацеплю культиватор. И будем, короче, настраивать все, трактор подготавливать и ехать на культивацию. Вот, короче, такие дела. Все буду потихонечку снимать. Вот. И думаю вечером выложить YouTube. Посмотрим. Вот, короче, такие дела. Ладно, побегу я заниматься с радиатором. Как поставлю, наверное, заводку проверим. И сниму, покажу. Ну вот, мужики, завел я трактор с радиатором. Новый, можно сказать. В два ряда. Трубка у меня подтекает. Буду искать трубку менять. Вот. За культиватор мне не удастся съездить, так как у нас просто пролил такой дождь, что все охренели с грозой и молнией. Как старики говорили, если дождь с молнией и грозой, значит, лето наступило. Но у меня еще работы пока есть, слава богу, погода позволяет мне поремонтировать. Крепление вот этого фильтра надо устранить и заменить трубку на радиаторе. Но главное, я проверил, радиатор сам не течет. Вот, все нормально. А трубочка, да, вот, подтекает, засранка. Ладно, буду искать трубку, устранять. Короче, вот так, ребята, у меня теперь радиатор мощнейший стоит. Еще с мустангом делов много. Буду ковыряться. Ладно, давайте буду снимать, по чуть что сделал. Вот, мужики, устранили мы течь. Запаяли, заварили вот эту тему. Вот, сейчас вроде все сухо. Радиатор уже тепленький, хотя температура даже не показывает еще. Теперь надо облицовку собирать, можно ставить. Пока варил трубку знакомый, заменил я раз, два, три пальца. Два из них поломаны были. Обломыши. Нам нужно еще заменить трак. Лопнул и пальца нет у куска. Сейчас буду крепление фильтра делать. Вот теперь пушка будет. Двухрядный масляный радиатор. Огонь. Вот теперь охлаждение масла будет получать. Конкретно. Еще у меня есть, мужики, можно поизвращаться. Вот такой вот шестилопастной с комбайна, наверное, и вентилятор. Я его тоже туда поставлю. И пусть он охлаждает моего мустанга по-человечески, как положено. Короче,
Сегодня я что, сейчас крепление этого сделаю. Как его? Фильтра топливного, да и все, больше не успею. Нужно будет отделываться, управляться по дому. Ну вот, короче, такие дела. Ладно, мужики, скоро, если бы погода была нормальная, сегодня у нас просто жесткие тучи и прям как в тропиках опять начинают дожди лить, то это, я бы сегодня забрал бы культиватор бы и начал бы его там налаживать. Ну да хрен с ним, буду с трактором заниматься. Еще у меня еще есть один такой веселый моментик. Я как установлю на двигателе, вам обязательно покажу. Посмотрим, как он будет работать. Это, можно сказать, есть подписчик Сергей Епифанов. Многие его, наверное, знают. По его наводочке, короче, я возвращаюсь. Но попробую установить эту штучку. Потом видосик покажу, ребят. Ладно, всем добра. Всего хорошего, не болейте, мужики.